будут писать. Лечение написала мне, у меня у ребенка горло красное, и ибупрофен написала. А что вы хотите, цифтроксон, что ли? А что, ибупрофен от красоты? Ибупрофен от температуры. От температуры. А если горло красное, что значит, делать? Это вирусное. Надо... Вирусное, надо лечение писать? У нас вирусное лечится, печет побольше дается, ибупрофен от температуры, все. Ага, да? Да. А ты где училась? Может, ты двоечница? Да, я двоечница. Зачем да. вы ко мне пришли? Вот нельзя было к двоечницам ходить. Идите в поликлинику. Видно вот. За свои слова ты ответишь? Конечно. Да, ответишь. Да. Лечение будет? Мы вам написали. Хорошо, я все выложу, потом посмотрим. Естественно, выкладывайте. Мы никого не боимся. По приказу министра все делаем. Так что вы не одна умная здесь. Пусть твоя девочка или дочка, твой ребенок пускай сдохнет, понятно? Вот я тебя выложу сейчас так. Молодец, мамочка. Спасибо. Я пошла, ты долбоебка. Да? Что ты? Да. А? Что, телефон хочешь, чтоб я сломала? Ты что на меня накидываешься? А? На, Наргиза, сними. Ай, блин, дура, отпусти меня. Телефон убери. Отпусти. Телефон убери, я тебе говорю. Отпусти, я тебе говорю. Отпусти, говорю. Мразь, шалава. Отпусти, блядь, отпусти мою. Матерись, сломались, давай. Телефон.